Единая система медиапланирования и QR-код дефектовка оборудования. Эти IT-проекты стали победителями 6-го хакатона, который завершился накануне в Ханты-Мансийске. В этом году конкурс вошел в программу международного фестиваля креативных индустрий «Креометрия». В нем приняли участие около 250 начинающих и опытных программистов. Ровно сутки участники разрабатывали с нуля абсолютно новые IT-продукты, программы, приложения и дизайны. Напомню, югорский хакатон уже второй год проходит в онлайн-формате из-за ковидных ограничений. Как говорят наставники, раньше было проще отследить, как работает команда. Все участники находились под присмотром, спали и ели, не отходя от компьютеров. Однако и в новом формате командам удалось собраться и удивить членов жюри. В номинации «Джуниор» первое место, а вместе с ним и 100 тысяч рублей забрала команда «Зеленый листик» с проектом «Единая система медиапланирования». Это онлайн-форма для внесения данных о мероприятиях, требующих освещения в СМИ. А среди профи особенно отличились разработчики из команды 418 Team. Их программа позволяет по QR-коду электроустановки найти информацию о ее ремонте, открыть лист ее последовательной проверки.